Да, Дуда, плей. Привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть в Hills of Steel и открывать сундуки. Так, кто это у нас тут? Ах ты, какой жук! А, смотри, что творит. А, смотри, как он меня дамажит! Да в смысле? Быстрее! И он меня может убить. Ёлки-палки, да не может... Опа, все, уходим. Но меня это навряд ли спасет. Но попробуем... такую штучку проверить. Не знаю, блин. Жаль. О, помогает. Давай еще чуть-чуть. Оп, готово. Блин, а ну мог бы меня, конечно, уничтожить. 7 кристаллов? Да ну. Блин, мне эти кристаллы нужны очень сильно. Откроем сундук, посмотрим, что в сундуке. Монетки. Ой, ладно. Давай еще раз попробуем. Блин, сколько там, 7 кристаллов было, да, или сколько? Или 70? Нет, 7, наверное. Но это мало, конечно, ну ладно. Мне каждый кристалл на вес золота, понимаешь? Поэтому... Ой, ты гад какой вонючий, вот этот вот быстро-быстрый такой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На, умри. Есть. Еще этот сундучок. Так, медленно падает. Да, 7 кристалликов, ну ладно. Сколько всего у меня? 434 кристалла. Еще 7 будет 441 кристалл. О, в принципе, неплохо. Потихонечку, каждый день мы будем набирать эти кристаллы. Да, чтобы заработать нам на новенький танк. Ух ты, нифига себе, 2 феникса. Минка вонючая. Ах ты гад, смотри, мину мне подложила. Так, ё-моё, давай иди сюда. Так, быстренько подлечимся. А я тебя уничтожу сейчас. Подожди. На, получи. Ой, скоро кристаллички получим. Жнец. Угу. Блин. Жнец тоже сильный танк просто. Очень сильный. Ладно, ждем жнеца. На, получи. Так, ты там что будешь? Стрелять или что делать? Оп. А, ты, у тебя минка там была, да, мина? Ладно. Есть. Уничтожаем жнеца. В принципе, легко уничтожили. И кристаллы. Да, мне эти кристаллики, самоцветы. И мы, кстати, открыли еще сундучок. Смотрим, что там. Просто ничего такого обычного. Интересного. Тут у нас что? Специальное предложение за 1000 рублей. Купи самоцветов. Очень выгодно. 249 рублей. Ребята, покупайте быстрее. Заходите в игру и покупайте. Конга можно купить за 2200. Угу. Так, что у нас там дальше? Сундуки. Так, хорошо. Пока мы ничего не будем покупать. Кстати, легендарный сундук можем открыть. Что у нас там в легендарном сундуке будет? А, вот новый танк. И чё? Легендарный 0%, эпический 0%. Ребята, как бы новый танк, здесь не вариант вообще открыть, здесь вообще процентов нету. А, нет, вот здесь уже, смотрите, господи.
Легендарный 6%, эпический 16%, редкие обычные 100%. А новый танк откроется мне или нет? Легендарный. А этот считается легендарным танком или нет? Вот этот вот танк. Где он там? Конг. А, вот смотри. 1540, либо... Или найдите в сундуках. Можно его еще в сундуках найти. Ну, не факт. Не факт, конечно, что ты его найдешь в сундуке. Ладно. Продолжаем битву. Хотя можно попробовать, кстати. Там такая есть фишка. Фишка. Одна интересная. Открываешь, если не получится, можно как бы игру восстановить. Ну, не факт, конечно, что-то у тебя получится. О, Теслочка, иди нафиг отсюда. Слушай. Практически мы... А хотя она там оттуда могла бы стрелять неплохо таки. Это что там? А, смотри, подлечился гад. Ну, кто кого? Я тоже подлечусь, кстати. Угу. Смотри, не хочет ехать. Ну давай, я сейчас немножко спущусь. И он сейчас будет подниматься, я сказал. А не так. Ой, такие танки, как сказать тебе. Очень легко понять, что он будет делать. Ох ты, смотри. Сундук какой, офигеть. Блин. Слушай, может быть здесь легендарный будет сундук? Точно. Возможно, если не проигрывать ни разу, то я могу здесь сундук... Я могу здесь Конга этого выбить просто, прикинь. Офигеть. Вот это прикол. Вот это мамонт нехороший. Гад. Стреляет, смотри как. Ух ты. Вот зря я сюда подъехал. Ну, хотя, в принципе... Сейчас я вот здесь попробую добить. Но, еще чуть-чуть. Готово. Так, вот здесь вес. Ну, здесь навряд ли что-то выйдет, конечно, новый танк. Навряд ли. Ну, попробуем, посмотрим. Поиграем. Вдруг и правда какой-нибудь танк у нас выпадет новенький. Арминхо. Арминхо. Нифига, у него 10 тысяч этих значков. Какой-то прошаренный танкист. Слушай, да. Так, он меня здесь не возьмет? Нет. На, получай. Так, подлечусь. Все, готов. Арминхо. Бедолашка. Но мне нужен этот сундук. Так, еще один сундучок открываем. Смотрим, что здесь. Ничего интересного. Ладно. Пробуем дальше. Поехали. Кстати, ребята, напишите, какой у вас самый любимый танк в этой игре. И часто ли вы играете в эту игру. О, я сейчас прикол покажу. Сейчас я сюда встану. И буду его жарить. Блин, он меня тоже прожаривает, кстати. Но я почему-то быстрее. Так, ну что у нас тут? Сундук. Ой, спасибо, открываем. Смотрим, что там будет лежать. К сожалению, новый танк у нас не выпал. Да. Ну ладно. Мы можем приключение патруль джунглей поиграть. Слушай, здесь тоже мы можем сундучок открыть какой-то. До звезды. Дойдем бы до звезды или нет? Вот это вопрос. Есть. Вот этого главного минометчика надо всегда уничтожать. Он такой злостный. Кстати, здесь я могу их перепрыгивать. Если ты не знал. Я не знаю, что будет, если их перепрыгивать постоянно. Ну, как бы они назад не идут. А от вертолетчики, да. Да вы чё? Так, смотри, я не могу никого уничтожить. Только потерял времени. Так, подлечились. Надо вот главных вертолетчиков уничтожать. Они самые такие злостные, мощные. Оп-оп-оп, есть. Так, истребитель пролетел. Хорошо. Блин, что ж мне с этим делать, а, вонючкой? А как тебя уничтожить, гад? Блин, он уползет сейчас. Ладно. Ничего страшного. Так, сейчас этих дожарю. Есть. И второй. Но у меня уже полздоровья. Что-то мне говорит о том, что я
Не про... Не... Ой, не смогу выиграть, господи. Что-то мне говорит. Что-то во мне говорит внутри. Что навряд ли я выиграю. Ну ладно, попробуем. Давай, лети сюда, вертолетчик, вонючка. Ого, дамажит как, а, гад. И так здоровья мало. Так, вот этот вертолет, давай, ну-ка, иди сюда. О, нет, истребитель. Так, вот истребителем мы улетели. О, еще один истребитель. Да сколько его там? Ну, смотри, он что-то две ракетки всего лишь. Что-то мало, только две ракетки. Все, сейчас этих добиваем, ребятушки, и должны. Блин, а в принципе до звезды не так-то и далеко. Если бы я как-то был более осторожен, может быть, возможно, я бы и до звезды и прошел. Блин, но, к сожалению, навряд ли. Навряд ли здоровье практически у меня на нуле. Да, один удар. И мы улетаем далеко-далеко. Ладно, ну что ж, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, передавай приветы. Всем пока-пока.